Значит, во-первых, товарищи, я хочу всех проинформировать, что у нас в организации нашей работы намечаются серьезные изменения. А именно, значит, товарищ Самсон Степаненко, Степан Степанович Самсоненко выразил желание подключиться к деятельности операторов. В связи с этим товарищ Владимир Дмитриевич назначен главным оператором. А Самсоненко будет у него помощником. Значит, главный оператор берет на себя запись, во-первых, кружка, поскольку он кружок не может никому передать, ни таким несерьезным людям, которые вот даже с начала не приходят. Правильно, Владимир? Вторник и четверг. Вторник. А четверг университет рабочих корреспондентов. Вот, куда-то уже систематически опаздывает, товарищ. А остальное, которое теперь контролируется у нас службой охраны в нашем дорогом университете, а именно там теперь есть вертушки, и без моего, пока я к пропуску не поднесу чип, он не открывается. Если он опоздает, он вообще не попадет. Поэтому туда он вынужден приходить вовремя. Вот, но надо сказать, что вот это изменение, это, конечно, хорошо, что добавляется дополнительный человек, потому что это большая нагрузка на... Значит, Владимир Ильича, и вот, я думаю, что он ее распределит и как раз и научит Степан Степанович. А Степан Степанович, вообще говоря, человек, который кончал матмех, между прочим, учился на моем курсе, так сказать, он опытный, вообще-то знающий, в принципе, человек, и, ну, по большому счету, обязательный, а по малому счету опаздывающий. Вот единственное, что есть. Разные вот. Выпускники. Но Матвеева. Владимир Дмитриевич как раз никогда не опаздывал и представлялся в этом смысле образец. Вот, я думаю, что у него получится научить Степана Степановича правильно работать. Значит, а в связи с большой работой, проделанной, Владимир Дмитриевич, позвольте ему от имени особенно тех товарищей, которые сюда не приходят, но нас смотрят. Почему? Потому что наш кружок, он же объединяет, ну, несколько сотен человек. Так, Павел Борисович, примерно? Примерно так. Несколько сотен человек. Вот записывается для этих сотен человек, они это видят. Я думаю, им тоже будет приятно, если мы поздравим нашего оператора Владимира Дмитриевича. Вручим ему футболку с Советским Союзом. И приступим к нашим занятиям. Советскому Союзу. Вот это как раз именно Советскому и будет служба. Так, значит, мы с вами, товарищи, преодолели... Если считать, что преодолели, ну, как вы понимаете, нельзя сказать, что там абсолютно все это изучено. К этому можно и нужно возвращаться. Тем не менее, мы должны двигаться вперед, исходя из той задачи, что когда все-таки обнимаешь целое, тогда и части становятся яснее. Поэтому, когда мы дойдем до конца науки и логики, нам яснее будет, какие части надо будет еще снова прояснять и снова изучать. Более, что у нас немало уже людей, которые науку логики всю целиком прочитали. Причем мне пишут товарищи из России, что я все уже прочитал. Причем из числа слушателей Красного университета есть. Ну вот, ну, скажем, некоторые товарищи хоть и прочитали, но не весьма удовлетворительно пишут, потому что самая большая ошибка – использовать, так сказать, те категории, которые потом будут для объяснения более простых категорий. Вот это такая широко распространенная ошибка, и это недопустимо. Потому что сложное сложено из простых, и поэтому каждая следующая категория, она может вырасти только из предыдущих. Значит, мы с вами знаем, что качество переходит в количество. Мы рассматривали количество и увидели, что в нем снова появляется качественная определенность. Вот она. Вот прохождение. А вот Владимир Дмитриевич думал, сейчас он вам уже будет показывать. Долго жить будете, Степан Степанович. А вас только говорили. Да хуже нет, движение. Виноваты трамваи, понял. Трамвай, метро, автобус. Виноват и Ленинград, город. Город. Герой. Итак, прошу меня, уже записывается все. В качестве появилось количество, и мы уже как люди опытные в изучении науки логики знаем, что раз качество является снятием
простите, количество является снятием качества, значит, в нем, в количестве, в снятом виде имеется качество. А раз оно имеется в снятом виде, оно рано или поздно всплывет. И вот оно уже всплывает в определенном количестве, вот, и потом оно всплывает в отношениях, оно потом закрепляется Гегелем, когда он разбирает математические формы выражения количественного, и в том числе функции, там, где, собственно говоря, одно множество соотносится с другим, и там вот такого количества чисто арифметического-то нету. А там как раз речь идет о том, как соотносится одно и другое. Или, скажем, он разбирает степенное отношение, получается, что одна величина соотносится сама с собой. И таким образом в количестве появляется качество, но это количество, которое появляется, это качество, которое появляется в количестве, оно появляется так, что способность количества изменяться так, что не меняется качество, остается. Но оно остается в некоторых пределах, в некоторых количественных границах. То есть до определенной границы меняется количество, а качество остается неизменным, а вот за известными величинами начинается переход в другое качество. И Гегель, ну вот, как было принято в то время, поскольку социальные науки не были развиты и не могли быть развиты должным образом на научном уровне до Маркса и Энгельса, приводит примеры из области природы. Например, что касается, скажем, агрегатных состояний жидкости, вы можете нагревать воду, которая находится в состоянии твердом, то есть лед, и, значит, при этом в вашем нагревании ничего не меняется. Как был лед, так лед и остается. И вот вдруг наступает перерыв постепенности. Вот здесь именно определяется, что такое скачок, перерыв постепенности. Некоторые товарищи это сгоряча считают революцией, а революция точно перерыв постепенности. Вот. Но не всякий перерыв постепенности есть скачок, потому что превращение воды в лед, льда в жидкость, в жидкую воду, вряд ли надо считать революцией. И наоборот, замерзание жидкости вряд ли надо считать контрреволюцией. Вот это неправильное применение этих понятий. Та же вода. Та же вода. Но это та же вода в другом агрегатном состоянии. Жидкая. Всего жидкость лишь. Потом дальше нагревается, после того, как она нагревается до известной температуры, появляется, значит, известный шум, когда вы нагреваете воду в чайнике. А шум означает только одно, что поднимающиеся уже пузырьки пара или газообразного состояния воды, когда они поднимаются в более холодные слои, они захлопываются, соответственно, значит, получаются вот такие щелчки, их становится все больше и больше, чайник шумит, и, наконец, раз, и, так сказать, все бурлит, вода превращается в газообразное состояние. Ну, а дальше наши чайники уже не работают, дальше, если мы будем нагревать пар, говорят, есть такое понятие, как перегретый пар, но это еще пар все равно. А если дальше нагревать, и нагревать, и нагревать, то, как уже известно из физики, начнут, так сказать, распадаться молекулы, и будут отдельные атомы. И тогда уже происходит переход еще в одно агрегатное состояние, а именно плазму. Когда, так сказать, когда нет устойчивых молекул. Ну вот, получается, такая узловая линия. Узловая линия. А вот это количество в пределах, в определенных пределах, есть некая мера. Вот то количество, которое может изменяться без изменения качества. Это мера. Есть мера, в пределах которой вода остается льдом, есть мера, в пределах которой вода является жидкостью, есть мера, в пределах которой вода является газом, и, наконец, мера, довольно беспредельной, в рамках которой вода становится плазмой. Ну, ясное дело, что
Гегеля и примеров, относящихся к общественным процессам, не могло быть. Вот. А мы уже вооруженные понятием общественной экономической формации можем увидеть такой же вот примерно процесс или такой вот примерно образец, если мы рассматриваем движение истории через формацию. Сначала развиваются производительные силы, они развиваются таким образом, что одним количественным выражением развития производительных сил является производительная сила труда. Так можно рассказывать, как изменились пики, ножи, скребки, молотки. Но все это сводится в конце концов к одному, что смысл ведь орудия не в том, как они выглядят, а в том, что они позволяют производить больше продуктов в единицу времени. Вот этот рост производительной силы труда и показатель количественной производительности труда, вот он увеличивается, 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 и потом мы наблюдаем, что с известным увеличением производительности труда уже может просуществовать не только община, а может просуществовать одна семья. То есть семья может выделиться и существовать независимо от общины. Вот. При этом это возможно только если один человек может прокормить еще и не только себя, но и других. Потому что без этого рабство невозможно. А вот когда уже один человек может прокормить еще и других людей, значит, может появиться рабство, и рабство появляется тогда, когда вот производительность труда становится достаточно высокой для этого. Появляется рабовладение. При этом в течение всего периода рабовладения, в течение всего периода развития рабовладельческой формации производительность труда возрастает, 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 возрастает. Но само же рабовладение является ограничением для применения, для дальнейшего повышения производительности труда, потому что рабу всякую машину не дашь, потому что раб не может иначе смотреть на машину, как на средство своего закабаления и поддержания рабского существования. Поэтому, значит, получается так, что с внешней стороны кажется, что вот набегают варвары, они рушат такие большие, крупные рабовладельческие империи. А после этого эти империи не восстанавливаются, а появляются уже феодальные государства. И оказывается, что угнетение и эксплуатация становятся более легкими для эксплуатируемых. А именно, крепостного можно продать, можно купить, можно заставить работать, можно бить плетьми, но нельзя убивать. Не то, чтобы их не убивали, но это было уже наказуемым деянием со стороны государства феодального и со стороны той, которая описана уже в феодальных законах. Начинается развитие феодализма, и вот повышается, повышается, повышается производительность труда, и мы видим, как строятся прекрасные здания, которые сейчас вот являются образцом в Петербурге. Вот какие самые красивые здания в Петербурге, значит, которые построены при социализме, при капитализме или при феодализме? Которые при феодализме, я думаю. Когда еще все-таки вопрос о потребительной стоимости был самым важным, а не о стоимости, а не о деньгах. И поэтому для того, чтобы построить, употреблялись очень большие силы, силы научные и творческие, и силы крестьянские. Но в итоге получались такие творения, как Исаакиевский собор, как Смольный собор, или как Потемкинский дворец, про которого все искали, искали, какое же приспособить вот помещение для первого конгресса Коминтерна. Оказалось, что в Европе-то лучше и нету, чем Потемкинский дворец, Таврический дворец, который Потемкину Таврическому был подарен Екатериной. И при этом мы легко определяем, новое здание или старое здание. Если развалилось здание, значит новое. А если не разваливается, это значит старое, возможно, очень старое. Возможно, построено тогда, когда строили на века, а не для того, чтобы сейчас получить прибыль и разбежаться. Ну вот, можно сказать, что период феодализма развивал производительные силы, но то ограничение, которое на нем висело, на этом феодализме, а именно ограничение
связанная с тем, что это крепостные, зависимые работники, они тоже не очень склонны здорово трудиться на барщином хозяйстве, на барина. Вот. И то, что их, так сказать, еще могут побить плетьми, это вовсе не стимулировало сильно их творческую активность на чужом поле, на котором они должны работать больше, чем на своем. Вот почему, значит, лозунги свободы, которые трактовались тогда, не как сейчас, что угодно, то и болтаю, а свобода прежде всего от крепостной зависимости. Вот эти лозунги свободы получили всеобщее распространение, за эти лозунги, значит, которые провозгласила буржуазия, за эти лозунги поднялся народ, совершились буржуазные революции. Вот. Были попытки снова совершить, так сказать, контрреволюции в той же Франции, поэтому они просто совершались, буржуазные революции. Во всяком случае, состоялся опять перерыв постепенности, скачок и переход буржуазной или капиталистической общественно-экономической формации. В рамках этой капиталистической формации опять шел процесс развития. И буржуазия, можно сказать, очень много сделала, вот та, которая была особенно передовая в начале, для роста производительности труда. Правда, сейчас у нее что-то с этим делом хуже обстоит. По крайней мере, российская буржуазия не очень этим занимается. Повышением производительности труда, созданием фабрик и заводов, а больше, так сказать, их разрушением, там, делением и распродажей и прочее, прочее. Но, тем не менее, мы должны сказать, и об этом Маркс писал, что капитализм и его, так сказать, оправдание, историческая миссия состоит в том, чтобы развивать производительные силы. Но другого, так сказать, оправдания ему нет. А его историческая миссия в этом. И если, скажем, капиталисты какие-то не развивают производительные силы, то они в этом смысле не имеют, так сказать, оправдания ни собственность, ни никакие их действия. Ну и понятно, что при капитализме существует противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения, и оно развивается, и все острее и острее. Уже и Маркс писал тогда, что никто не может, кто производит продукт, что это мой продукт, сказать, потому что каждый продукт является результатом действий сотен тысяч или десятков тысяч людей. А сейчас это еще больше развилось. Сейчас тем более производство все является общественным, все. И оно там охватывает весь мир. И тем не менее присвоение остается сейчас. Но это острейшее противоречие, которое является выражением того, что буржуазный строй, как строй в этом смысле, как строй, который должен развивать производительное, изжил себя. Изжил себя, но как всякий строй, он не упадет, пока его не уронит. И поэтому этот скачок, про который мы говорим там с чисто количественной стороны, когда начинается более быстрый рост производительности труда, он связан, конечно, с совершением социалистической революции. И мы знаем очень хорошо, что в Советском Союзе производительность труда росла быстрее, чем во всех капиталистических странах. И быстро мы догоняли. И мы уже оказались на третьем месте в 60-х, 70-х годах. Впереди были только Соединенные Штаты Америки по производительности труда и Франция. Но в связи с тем, что произошло, в связи с отказом от главного ленинизма на 22-м съезде, в связи с тем, что начался переходный период от социализма к капитализму, именно вот по этому показателю количественному, а количество – это более глубоко понятое качество, как говорит Гегель, именно по этому показателю количественному все поехало назад. И сейчас я даже не скажу, на каком мы месте. Я думаю, может быть, на 20-м или на 25-м. И это трудно даже, так сказать, выяснить, потому что, так сказать, наша статистика об этом тщательно молчит. А если брать отраслевые всякие показатели, в отрасли, в статистических справочниках они меняются, а раз меняются, нельзя показать эту динамику. Вообще надо сказать, что производительность труда, про которую Ленин говорил, что это самое главное, самое важное для победы нового строя, вообще говоря, не обязательно социального, любого нового строя, уж меньше всего говорят. Вы слышали, что президент что-нибудь говорил про производительность труда? Чуть-чуть говорил, но один раз.
Один раз, да? Да, да. Давно, года три или четыре. Ну, говорил же все? Ну, говорил. Сказал, что можно положить производительность. Говорил, говорил. Нет, он говорил не так давно, на самом деле. Очень много. Так давно говорил, да. Ну, значит, посмотрим. Но как у нас? Именно в контексте, что ее надо повышать. Да, что надо бы повышать, бы хорошо было. Хорошо бы, да. Как вот врач, когда приходит, ему рассказывает, пациент, что, ну, вот, как бы вот это бы сделать, вот, врач говорит, ну, хорошо бы, и в этом, так сказать, исчерпывается его, собственно говоря, миссия. Можно подумать, что у нас есть кто-то выше, чем президенты, поэтому вроде как человек со стороны говорит, хорошо бы, но производительность труда надо заниматься. Должны все всякие разные дела, но вообще-то важнее дело, чем повышение производительности труда, вообще-то нет. Потому что это основа всего. Основа всего общественного развития, и богатства, и силы страны, и независимости государства. Вот все то, что беспокоит наших товарищей, оно все связано с этим. Но это, так сказать, не находится в центре внимания. Это не обсуждается. Вот какие-то придумывают у нас проекты выходов из кризиса. Там ничего нет про производительность труда. Там как потратить очередную партию государственных денег на еще какие-то там мероприятия, которые никакого отношения прямо к производительности труда непосредственно не имеют. И даже так это не планируется, и не указывается, не отмечается и так далее. Вот это, так сказать, пример вот, рассмотрения этой же самой узловой линии отношений мира, в которой мы видим, что происходит перерыв постепенности, скачки, но это даже более интересный, в общем-то, пример исторический, чем это пример какой-нибудь водой или другим каким-нибудь веществом. Правда? И вот, когда мы видим, что через все эти разные качества проходят изменения количества, а количество уже окачественно, оно уже всякое наличное бытие теперь уже представляется не так, как учение о бытии в самом начале, что вот есть наличное бытие с определенностью. А определенность была только качественная, теперь она качественная и количественная. То есть эта качественная определенность сохранится только до известных, если не изменится за известными границами количества. Поэтому теперь уже мы понимаем каждое наличное бытие как имеющее и качественную, и количественную определенность. Вот как мы теперь понимаем наличие более глубоко. А раз мы уже понимаем бытие как имеющее, наличное бытие, имеющее качественную и количественную определенность, тогда, значит, абстрагируясь от этой определенности, думаю, а что же вот глубже-то этого всего? Этих вот определенностей. Что за этими определенностями? Вот за этими определенностями получается отрицание этих определенностей. Правильно? Раз у вас они не удовлетворяют только эти определенности, хочется заглянуть глубже. Вот это отрицание этих определенностей, это вот то, что проходит через все эти определенности, что же остается равно самому себе, когда идет вот это вот движение по всем этим самым моментам отношения меры. Вот мы, вот это вот и называется, что? Снятое бытие. Снятое, потому что это бытие, которое с отрицанием его определенности, то есть с отрицанием этого бытия. Снятое бытие – это такое бытие, которое отрицается, но раз оно отрицается, то в нем удерживается все то богатство, которое в нем было. А раз в нем удерживается все то богатство, которое было, то это, так сказать, как мы понимаем, оно проявит себя. Но прежде чем оно себя проявит, сначала нам надо рассмотреть, собственно говоря, отрицание бытия как таковое. Причем не отрицание какого-то конкретного бытия, а отрицание бытия вообще. И вот это снятое бытие называется сущностью. Правильно? И это мы с вами уже знаем, это мы легко можем усвоить, что отрицание, снятое бытие – это сущность. Вот. Причем это вот, так сказать, так логически, а кроме всего прочего, Гегель говорит и о том, что при самом исследовании, изучении, вот, люди стремятся не ограничиться только поверхностью, а проникнуть за эту поверхность вглубь, и вот это вот стремление проникнуть вглубь – это и есть отрицание как раз вот того, что вот то, что мы видим, это и есть истина. А истина так как раз состоит в отрицании этого самого бытия. И прямо вот одно из первых положений, которое мы видим в учении о сущности, истина бытия есть сущность. Или сущность есть истина бытия. Вот здесь мы ищем. Ну, это, к этому мы тоже должны привыкнуть, потому что вы мучитесь какой-нибудь категории, и вроде бы разобрались,
потом перешли к следующей категории, а потом выясняется, что вот следующая эта категория – это истина предыдущая. И все, что вы, так бы, если уже настроили у себя в голове и успокоили себя, наконец-то я разобрался, выяснилось, что вы-то разобрались, конечно, все это хорошо, но это не истина, а истина впереди. А когда вы в этом разберетесь, то следующая категория вам покажет, что и дальше надо двигаться. И так, и дальше, и дальше, и дальше. И так мы двигаемся к абсолютной истине и к абсолютной идее. Что же получается, если мы рассматриваем снятое бытие? Раз мы рассматриваем снятое бытие, то есть бытие, которое отрицает. То есть нет бытия, короче говоря. Но раз отрицание бытия его нету, вот это мы и рассматриваем. Но если бы мы с вами не занимались диалектикой, мы бы сказали, ну теперь раз нечего рассматривать, ну, мы в шапке лохали и пошли. Но поскольку мы знаем, что это отрицание, а отрицание, значит, содержит все то, что было в таком снятом виде обязательно, поэтому мы не разбегаемся, а начинаем думать, а что бы это могло означать. И вот получается, что первая мысль, которая приходит, что вот мы начинаем рассматривать сущность как снятое бытие. А раз мы рассматриваем это вот снятое бытие, то оно что такое? Ну, раз мы его рассматриваем, то точно оно есть, правильно? Наличное. Значит, оно наличное бытие. А раз оно наличное бытие, значит, это не сущность. А раз это не сущность, то значит, а у нас есть сущность, мы уже в сущности находимся. Значит, у нас получается тут две – сущность и несущность. Но и сущность, и несущность, как два рядом стоящие, друг друга отрицающие. То есть, как бы это, как вот учение о бытии. Не так, что мы пошли от бытия и нашли, куда-то глубже дошли, а получилось, что мы вернулись как бы в сферу наличного бытия, и у нас есть нечто иное. Только одно есть сущность, а другое не сущность. Ну, поэтому это не вполне сущность, а существенное, а другое несущественное. То есть два таких наличных бытия, которые различаются как существенное и несущественное. Но мы их соотносим все-таки, раз мы находимся уже в сфере сущности, раз мы находимся в сфере снятого бытия, значит, это не просто существенное и несущественное, а это существенное и несущественное в сфере сущности. И несущественное – это, это, собственно говоря, сама сущность, лишенная наличного бытия. То есть несущность. Или бытие, лишенное сущности. И так можно рассматривать, и так можно рассматривать. Поэтому мы вот это вот равное самому себе отрицание сущности, равное самому себе, вот это равенство отрицания сущности с самим собой, это равенство сущности с собой, но как отрицание сущности. Поскольку это все в сущности уже происходит. И вот эта вот категория, которая у нас перед глазами, перед умственным взором, это с одной стороны это выражение сущности, поскольку это в сущности же. Но это выражение сущности через ее отрицание, через равное самому себе отрицание. То есть этим вот равенством отрицания сущности с собой эта сущность утверждается, ну раз она приходит, так и есть. Это в сущности же все происходит. А с другой стороны, она же тут и отрицается, потому что утверждается отрицание сущности с собой. И вот получается очень неудобная для рассмотрения конструкция, очень непривычная для рассмотрения конструкции. А почему это непривычность и неудобство? Так мы же берем бытие как снятое, поэтому никакого бытия спокойного здесь вот, взял и все. Не может быть. Все, что вы взяли, должно быть взято с отрицанием. И только вот это вот отрицание дает нам возможность говорить о сущности. И поэтому мы попадаем в такую сложную ситуацию, что даже Владимир Ильич Ленин, когда писал конспект своей науки логики, что можно посмотреть в 29-м томе полного собрания сочинений «Философские тетради». Он говорит, что вот Гегель пишет, что если учение о бытии, движение идет от одного бытия, наличного бытия, к другому. А здесь общая форма движения, учение о сущности, от ничто к ничто. Но если мы находимся в сфере сущности, значит, тут же не от бытия же идет движение бытия. Движение от бытия закончилось, мы уже в сущности. То есть сущность имеет вид ничто. Ничто, то есть отрицание вот этого поверхностного, отрицание бытия. Значит, всякое движение, если вы одной категории сущности идете к другой категории сущности, это движение
от одной сущности к другой сущности, то есть или от сущности в одном понимании к сущности в другом понимании. То есть всегда форма движения от ничто к ничто. И вот Ленин по этому поводу пишет. Ну вот, от ничто к бытию, это да, понятно. А вот, от движения от ничто к ничто, пожалуй, не может быть. Пожалуй, не может быть. Слово «пожалуй» означает, что тут вот надо подумать. Надо подумать. Пожалуй, не может быть. А если пожалуй, может быть, может не быть. Поэтому никто не должен удивляться из тех, кто изучает, тому, что это сложно. Потому что вот эта тоненькая книжка, она как бы такая, что надо все читать вот так. Наоборот, все это будет в перевернутом виде. Раз в перевернутом виде, раз вы берете отрицание бытия, то есть все, что вы возьмете, это не сущность. Вот, а все, что всплывет в сущность, опять надо взять с отрицанием. Только тогда вы его берете как сущностное, иначе вы берете его так, как не надо. То есть вы все должны взять только с отрицанием. Из-за того, что все берется с отрицанием, вот такие получаются сложные. С одной стороны, сложные категории, а с другой стороны, самые глубокие и интересные. Потому что уже, когда мы будем рассматривать вопрос о определенных сущностях или рефлективных определениях, какие здесь определения? Если определение было отрицанием, это же было не бытие, правильно? Определение – это качество, которое есть в себе, в простом нечто. А качество – это что такое? Это не бытие, взятое как бытие. А теперь уже определение является отрицанием сущности. Сущность, а сущность сама отрицательная. Поэтому здесь эти определения, значит, они выступают, раз это отрицание сущности, отрицание отрицательного, то они как бы положительные. А если они положительные, то их все равно надо отрицать, иначе они не сущностные. То есть их надо взять с отрицанием. И вот когда вы возьмете их с отрицанием, вот и получается, что они все время всплывают как бытие, а вы все время говорите, нет, это не то, это не то. И вот у вас получается постоянное бесконечное движение, бесконечное отрицание. Почему бесконечное? А потому что вы хотите усмотреть это вот наличное бытие. Но это наличное бытие не сущность, а раз вы его берете с отрицанием, вы его все время прогоняете. И вот его все время прогоняет, только тогда вы его увидите. Вы можете увидеть любое наличное бытие, но в отрицании. Скажем, вот тех, кто сюда приходит, мы можем увидеть только в ухождении. Когда они уходят. Потому что если они уходили, значит приходили. И только так, только с отрицанием. Вот мы видим, как вы изучаете Степан Степанович, тогда, когда вы перестаете изучать. А когда вы не перестаете изучать, вот как сейчас, вы не изучаете. То есть так, вот. Вот такая получается тут интересная картина. Зато если это усвоить, вот это, что здесь все должно браться с отрицанием, тогда вот если вы просто это задолбили, что надо все браться с отрицанием. Ну вот даже приняли на веру. Хотя это не на веру надо, это вот все это почитать, все это принять, тогда понятно, что, скажем, если вы начнете рассматривать Тордису, это уже глава вторая. То вообще вы должны не удивляться тому, что тордис – это всегда тордиство, тордиство и не тордиство. Это тордиство различного. Различного, потому что если тордиство тождественное, это вообще говоря, ну тордиство тождественное – это вроде как елка есть елка, бревно есть бревно. Это бессмыслица. То есть сам смысл понятия тордиства здесь-то выясняется. Если вы берете тордиство, значит вы имеете в виду, это не тордиство. А если имеете в виду не тождество, то есть различие, а если вы различие, так есть, но имеете в виду. Вот мы с вами, Павел Борисович, тождественны как люди. Конечно. Как люди. Но мы же разные люди. То есть мы можем быть тождественны только как разные. А если мы не разные, то вот я, например, скажу, я это я. Вас это устраивает? Вас это продвигает? А вот вы, Павел Борисович, это вы, Павел Борисович. Я вас просветил, да, на занятиях в кружке. Борис Николаевич, и вы Борис Николаевич. Вы наконец-то о себе узнали. Много вот вы себе знали, вот если я это скажу. То есть на самом деле всякое тождество, это тождество различного. И вот здесь вот, пожалуйста, вот в разделе о тождество, Гегель это разбирает. И тут-то и видно, чем отличается диалектическая логика от формально-логической. Потому что если я пишу в математике, там, или в арифметике 5 равно 5, то я делаю вид, что я не замечаю, что одна пятерка слева, другая справа.
Я делаю вид, что я не замечаю, что одна пятерка так нарисована, а другая пятерка по-другому. Как бы вы ни старались рисовать, все понимают, что никогда вы абсолютно не будете. А если сегодня вооруженные, так сказать, микроскопами и другими средствами начнут мерить там и соизмерять, то они обнаружат, что никак вот эта пятка не накладывается, эта пятерка на эту пятерку так, чтобы не выходили за края одной пятерки какие-то элементы другой пятерки. Правильно? А при том, что у нас есть ГЛОНАСС и GPS, вам этот прибор сразу скажет, что вот координаты этой пятерки вот одни, а вот координаты вот этой пятерки другие. И причем и не только наши, но и американцы это подтвердят с помощью этих своих спутников, которые обеспечивают систему ГЛОНАСС. Систему GPS, а наша система ГЛОНАСС. То есть ни с какой точки зрения, никак вы не получите это. Но мы делаем, но математики делают вид, что вот 5 вот равно 5 и все. Потому что они эту сторону равенства берут и как бы абстрагируются от всего остального. Вот мы можем тоже сказать, вот мы с вами полаборщики, люди, вы человек, я человек, и это нас устраивает. А там рассуждать, кто бойцов, кто попов, это какие-то мелочи, если можно от этого абстрагироваться. Правильно? Что тут такого плохого? Или наоборот, неторжество. Мы разные люди. Что значит разные люди? Что тут утверждается, что мы люди? Потому что если мы разные и не люди, то это что, один рыба, а другой кошка. Что тут говорить? Что значит тут разные? Что тут доказывать различные? Вот различные кошки, да, различные рыбы. И это опань, это треска, это семга. Или это семга дикая, а это семга вот как поросет, поросята. Они у нас там, как аквакультура, выращиваются в прибрежной зоне. И поэтому они такие рыхлые. И не такие вкусные, как дикая, которая у нас на Тихом океане. Мы ту, которая у нас хорошая, мы продаем, а эту мы покупаем у норвежцев и едим, которая похуже. В основном. Кто-нибудь может найти пример чего-либо, что было бы абсолютно тождественно? Никогда не найдет. И интересно, Гегель приводит такой пример, что вот когда Лейбниц это начал рассказывать при дворе, вот, то и дамы, и что нет ни двух одинаковых листочков. И вот дамы придворные пошли проверять, значит, пошли к кустикам и к деревцам, и все сравнивали, и действительно не нашли вот ни одного, двух листочков, которые были бы абсолютно тождественны. И были очень удивлены. А их и действительно и нет. Поэтому на самом деле, вот когда говорится о чем-то равном, то имеется в виду неравное. Причем, а уж если говорится об абсолютном тождестве, абсолютное тождество. А что такое абсолютное тождество? Это тождественность всего совсем. То значит, это тождество, если оно абсолютное, не только тождество с самим собой, но и с нетождеством. А тождество, тождество и нетождество – это различие. Или, скажем, абсолютно различные. Вот мы с вами абсолютно различные люди. Но если мы абсолютно различные люди, мы даже различные от нашего различия. Если это абсолютное различие, правильно? Абсолютно это все надо различать. И различие от различия, тогда мы так действуем. И никуда отсюда не деться. Это вот какая-то такая рефлексия, что здесь вы не выкарабкаетесь, если вы не сделаете так, чтобы все обрубили, и вот только равенство. Вот тут только неравенство. Всегда это берется с отрицанием, и поэтому вот это и есть рефлексивное определение. То есть вот те сложности, которые без примеров таких, ну без примеров даже в смысле вот новых категорий, кажутся очень странными в разделе о видимости и рефлексии, здесь они уже достаточно кажутся понятными. И вот здесь именно содержится положение об исключенном третьем, которое применяют в формальной логике, что или А, или не А, третье не дано. А диалектика это вот снимает, это вот предположение, говорит, обязательно и А, и не А. А такого, чтобы этого не было, просто не бывает никогда. То есть как раз диалектика ближе к жизни, чем формальная логика. Формальная логика, она отражается на одной из сторон нашей жизни. И хорошо отражает. Вот. Если вас устраивает одностороннее рассмотрение, то это неплохо. Это и, как известно, помогает даже и спутники запускать, и корабли водить, и самолеты. Но это не значит, что, скажем, некоторые более сложные
явление можно этим описать. Потому что, скажем, таких людей, у которых были бы только положительные качества и не было бы отрицательных, еще никто не видел. Ну, кроме Святой Марии, да. Единственное. Ну, говорят, еще папа был тоже. Святой. Папа, думаете? Да, мы верим. Мы верим, да. Кто-то. Святой был ее, говорят, святой Иосиф, был Иосифом, который в эту сказку поверил. Вот кто был святой-то на самом деле. Человек, который преподавал атеизм, сказал, думает, что вот Мария святая. Нет, Иосиф святой, который поверил в эту всю сказку. Михаил Васильевич, Лобачевский изучал Гегеля? Застал? Что изучал? Гегеля намного нет, изучать. Лобачевский. Ну, таких данных нет. Лобачевский решал задачу, которую 2000 лет проблему не могли решить, потому что все математики предполагали, что, что пока не удается доказать, что вот, должно быть, вот, что та аксиома, которая применялась, что ее доказательства никак не могут найти. Надо ли найти, или опровергнуть вот, аксиома о том, что через одну точку, лежащие не на прямой, можно провести сколько угодно прямых, не пересекающих данную. Не пересекающих данную. И сколько ни пытались вот доказывать, ничего не получалось. Ничего не получалось. И вот это, наконец, через 2000 лет примерно, стало приходить в голову мысль, а может, это вообще нельзя доказать? Может, просто надо взять другую аксиому? И вот, как выяснилось, что не только одному Лобачевскому эта мысль стала приходить, но еще вот некому венгру Бояи. И вот этот венгр Бояи, а отец у него был математик, писал такую статейку о том, что, возможно, это вот аксиому надо взять такую. И тогда будет другая геометрия. И на хвосте, так сказать, произведения своего папаши, значит, эту свою тиснул статейку. И стал ждать грохота, который будет во всем мире, потому что даже боялись об этом сказать. А оказалось, что примерно за месяц до этого Николай Иванович Лобачевский, русский математик, опубликовал неевклидову геометрию, которая не просто такая догадка, а которая развернута в систематическую математическую теорию, что просто надо взять эту аксиому и на этой, с этой аксиомой построить другую геометрию. Хотя, скажем, вот примерчики того, как это может быть, можно даже нарисовать, вот не зная особенно математики. Представьте себе яблоко, да? Вот яблоко, если вы разрежете, будет у вас круг. Через эту точку вы можете резать еще. Так, будет другой круг, третий круг, четвертый круг. Много-много кругов. Да, через эту точку. Они ведь не пересекаются, да, кроме этой точки. Вот. Представили? Вот теперь надувайте это яблоко, то есть это шар. Надувайте, надувайте, чтобы они все меньше и меньше отличались от прямой. Вот у вас и будет много-много-много через эту точку параллельных вот одному кругу. Вот кругу, скажем, экватора, через другую точку вы проведете много-много разных кругов, вы резали так яблоко, ножиком, которые никак не пересекутся с этим кругом. И все. Ну, раздуйте это дело, и у вас получится примерно. Потому что, когда вы ходите по прямой, не забывайте, что вы ходите по кривой. Вообще-то по земле. Потому что у нас земля-то круглая. Вот. Но это не доказательство никакое. Это вот такой примерчик для наглядности, что вот то, что кажется нам таким странным, оно, в общем-то, даже и не странно. Потому что что такое прямая? Это, а ведь прямое никто не объясняет, что это такое. Это ведь тоже неопределяемое понятие. Как и точка, как и плоскость. Поэтому умствовать на эту тему особенно там, или что-то опровергать-то нельзя. Другое дело, что когда вы на этой прямой, прямая плоскость и точка построили систему математики, тем самым вы как бы поняли, что такое точка, что такое прямая, что такое плоскость, как более простые, на которых что-то построено. Поэтому они как бы определяются через более сложные категории. Вот. Но это мы уже уходим к другим делам. А здесь вот я хочу обратить ваше внимание, что вот тут и тут вдруг после тождества и различия вы получаете, скажем, такую вещь, как противоположность. А что такое противоположность, когда это есть одна противоположность, одна сторона и другая сторона, они противоположны. А раз они противоположны, ну это если от стороны одного, то значит они в единстве.
раз они в единстве, значит, каждая сторона содержит и другую сторону. А раз каждая содержит другую, значит, каждая сторона противоположность. А раз каждая сторона противоположность, и есть единство, то это единство противоположно всей. А единство противоположности – это что? Это противоречие. А что значит, в чем состоит противоречие? Поскольку противоречие, оно исключает же другую сторону. Одна сторона исключает другую сторону, а другая сторона исключает эту сторону. И вот то, что мы обычно, когда говорим о противоречиях, что идет борьба противоположностей, ну, у Гегеля это называется очень просто, логически, взаимоисключающая рефлексия. Одна сторона исключает другую. А как она ее исключает? Раз она ее исключает, а мы находимся в сфере сути, значит, предполагает. Как я могу вас исключать, толкать, если у вас нет? Я могу только толкать вас, когда вы есть. А вас нет, а как я буду вас исключать? Я хоть хочу вас с дивана исключить, а вы меня, наоборот, пытаетесь исключить с дивана. Поэтому, так сказать, мы вот так и сидим, и согреваемся тем самым. Поэтому вопрос о взаимоисключающей рефлексии, вот очень интересный, и это красиво уже. То есть, но к этому красивому путь идет вот через это непонятное. Раздел главы первой «Видимость». Поэтому я вас всех, товарищи, призываю внимательно это почитать. Без особенной надежды на то, что с первого раза это поймешь. Но вы там, скажем, да, привыкнете к таким выражениям, что вот если отрицание равно самому себе, это же бытие. Вот если оно равно самому себе, как отрицание. Отрицание сущности. Отрицание сущности в сущности. Оно равно самому себе. Это бытие. Но какое бытие? Как равное самому себе отрицание. Отсюда потом есть и такие вот в других местах у Гегеля высказывания очень интересные. А что такое вообще спокойствие? Вот Павел Борисович, он у нас совершенно спокойный человек. Это что, он ничего не делает? Но он это делает, это делает, это делает. Это что такое спокойствие? Спокойствие, как равное самому себе постоянное беспокойство. Ну так ведь, вот по-честному скажите, это не значит, что это его не волнует. Но он, это равно, то есть его постоянно это беспокоит, постоянно беспокоит. А разве его постоянно беспокоит, он постоянно это беспокойство отрицает через, соответственно, через труд и через дела, и получается постоянное, равное самому себе беспокойство. А если не будешь постоянно это отрицать, а спохватываться, ой, я это не доработал, то не доработал, я не про вас, Борис Николаевич. Я понял. Я про другие ничего не говорил. Потом говорит, не дорабатывай, не дорабатывай, не дорабатывай. Вы не можете без этого, стиль уже такой. Так это... Вот Степан Степанович, он образец. Когда он нельзя не опаздывать, он не опаздывает. Например, вот у нас сейчас университет, пусть попробует он опоздать, он не может опоздать, потому что там он человек обязательный, и там, где вертушки, он там приходит вовремя. Но если нет вертушек, ну тут, извините, он не виноват, правильно? На земле транспорт чрезвычайно... Нельзя тут вертушку подбачить, хотя бы маленькую такую, на одного человека. Стрелка Васильевского острова наземная. Стрелка виновата. Петр неправильно сделал стрелку. Нет, метро построили. Метро неправильно построили. Метро правильно построили. И все это из-за... Причем есть единственный человек, которому это все мешает. Другим это не мешает. Вот я как-то... У меня не бывает таких случаев, что я... Меня кто-нибудь видел опаздывающим? Нет? Мне объяснили. А потому что мне один раз, Степан Иванович, объяснили. Вы выходите на час раньше. Вот вы запланировали выйти когда, да? Теперь возьмите на час раньше. Я вас уверяю, точно не опоздаете. Пешком идете, да? Пешком. Я пешком хожу. 2:20, и вы на работе. И никакие пробки вам. Вы смотрите свысока на эти пробки. Любые машины, иностранные, отечественные, мощные, немощные, они вам ни почем. Вы идете, они стоят. Вы идете, они стоят. Это же очень здорово. Вот. То есть это очень интересный материал. Я хочу сказать, что некоторые товарищи, так сказать, так бы не ринулись сюда, но здесь вообще такие вещи идут, вот в этом учении о сущности. Вот. Например, каждый человек, достаточно глубокий, не хочет ограничиться, говорит, вот тем, что он нужен. Так какие основания вот это основание, что в основании лежит? И тут вы обнаруживаете, это вот я иду, так сказать, вперед некоторым обзором сейчас, уже это бездоказательно в известном смысле, что вы должны, то есть что мы должны еще увидеть, какие драгоценности в этом, в этой книге,
что вы то, что раньше вы брали просто как лежащее на поверхности, должны взять как всего основу. Есть основание и основанное. У нас в просторечии или в широком обиходе это не употребляется. Употребляется обычно основа. Ну, Гегель говорит, а есть безразличная основа. Вот что-то построили, какой-то фундамент, потом забросили, а что на нем построят? А, неизвестно, потому что те уже убежали, которые строили фундамент, новых еще нету. Потом смотришь, вот такой дом стоял около Всестрорецки, вот такой фундамент стоял, уже все заросло, уже деревья кругом, так решили, а что, на этом можно что-то построить, и построили. А построить на этом все что угодно. Вот можно было двухэтажный, можно пятиэтажный, можно двадцатиэтажный, вот там они соорудили что-то здоровенное очень. То есть безразличная основа, три категории. Но истинные категории это на самом деле основания и основанные. Потому что они соотносятся так, рефлективно, то есть отражают друг друга. Рефлексия, вот что мы дальше видим. Что такое основанное? Основанное то, что имеет основание. А что такое основание? Это то, на чем основано основанное. Поэтому вот эти две категории друг без друга не берутся. Это раз. Во-вторых, сущность. Мы же ее пытаемся понять, а раз мы пытаемся ее увидеть, а каждый раз, когда мы пытаемся ее увидеть, мы ее пытаемся взять уже как бытие. Она как бы это бытие всплывает. Это сущность, но в виде бытия. Правда, с отрицанием. И тогда она, если она берется как бытие, она, тогда эта сущность выступает уже не как сущность, а как условие. Условие. А сущность, которая берется в условиях и с основанием, она, собственно говоря, вся сущность дана во внешних, так, внешнем проявлении таком, как некое такое внешнее бытие. И вот тогда Гегель пишет такую сакраментальную фразу, которая всех вдохновляет. Когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. То есть вам для того, чтобы что-то сделать, надо вот это сделать, вот это сделать, вот это. Вот вы понимаете, что вот это вы сделаете, и ничего не будет все равно. И это делаете, и не будет. Стоит ли делать, все равно мы это, не, это еще и это надо сделать, и вот это, и вот это, и вот делает, делает, делает. Кто вдруг смотрит, вот он делал, 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 все, внешние такие, посторонние вроде дела, но необходимые. Необходимые условия. Создал все условия, вдруг раз. И происходит то, что Гегель описывает как вступление сути дела в существование. И у него как магическая фраза такая звучит, очень оптимистическая. Для тех, кто не рассматривает полстакана как полупустой, а рассматривает это как полуполный. Что когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. А что такое существование? Это бытие с основанием и при условии. То есть, а мы брали бытие в первом томе какое? Бытие и все. Есть и все. И не надо этих, не надо мудрствовать. Есть. Вот есть и все. И не надо задумываться. А вот если вы задумались уже и знаете уже условия и основания, тогда это я имею право только тогда сказать, что это существует. Потому что существовать, значит, не просто быть, а быть с основанием и с условиями, которые представляют собой сущность вот в своем внешнем проявлении. Я думаю, что из 7 миллиардов человечества, я думаю, немного найдется людей, которые различают бытие и существование. Очень немного. И все, норовят даже наши слушатели сказать, вот существует, а мы их остановим, говорим, не надо так словно, не надо, давайте про бытие поговорим. Чего вам не нравится слово «бытие»? Дойдем мы до существования, вот мы доходим до существования, вот здесь только мы можем уже говорить о существовании. И значит, у нас появляется как бы то, что в основании, и то, что наверху, можно сказать, выступает. Это основанное. И тогда у нас в дальнейшем развитии, а если мы сейчас идем так сказать, вперед, заглядываем в будущее, в дальнейшем развитии вот то, что в основании это закон, а то, что на поверхности это явление. Каждое явление имеет свой закон, а и закон выступает как явление. На поверхности не так, как он тоже есть отрицание. Это же видимость этого закона. Явление – это видимость закона. А закон – это спокойное явление. Вот когда нам преподавали, что такое закон, я помню, такие формулировки были очень трудно запоминаемые по политэкономии, что-то повторяющееся, там что-то устойчивое.
Ну тут как очень просто сказано. Спокойное явление. Ну, если явление оно, так сказать, и так, сам разным образом оно себя, так сказать, демонстрирует, то закон это то, что спокойное, которое вот на поверхности высвечивается. И вы можете посмотреть на бушующее море, а в глубине течение, течение постоянное, там есть какое-то подводное течение, ну и течет, что там наверху делается, это его не касается. Наоборот, то, что делается наверху, это некоторое проявление того, что делается, что имеет место в глубине. И, а что, они разорваны, эти вот явления и закон? Разорваны? Не разорваны, правда? Раз они не разорваны, значит, закон-то себя в явлении проявляет, так значит, на поверхности не так вот обстоит дело, как мы все время рисовали до сего момента, что на поверхности все не то. Как все не то? Так если закон себя проявляет, значит, он как бытие себя тоже проявляет, не только как сущность, как непосредственное. Нельзя ли потрогать это вот на поверхности явления, а вот то, что соответствует закону в явлении, то есть и на поверхности. А как это называется? А вот то, что в явлении соответствует закону, это что уже? Проявление. А? Проявление этого закона. Ну, проявление это явление есть. А. Ну что это такое? Это действительное. А вот то, что на поверхности и не соответствует закону, это не действительное. Оно есть. У нас много чего есть. У нас жулики есть, всякие сволочи, подлецы, негодяи. Они есть? Есть. Но они не действительные. А хорошие люди действительно. Тут непонятно. Это действительные люди. Это не люди. Они противоречат вообще понятию человека. А убийцы вообще надо их расстреливать. Потому что они вообще не люди. Или другие с точки зрения. Видимо, есть. Потому что товарищ Басрыкин все время ставит вопрос, что ну если человек убил там десятки людей и какой-нибудь маньяк, разве можно его оставлять? Это вообще искажает всю систему наказания. Если вы, когда человек убил 60 человек, не приговариваете к смертной казни, то тогда, извините, как вы можете, это какие-то там, подумаешь, украл миллион. Ну это ерунда по сравнению с этим, правда? Это детские шалости. Вот, то есть, раз есть, но не действительно. И вот когда вы видите, кругом много в России, много чего есть, много чего есть такого, что противоречит прогрессу, все, что противоречит прогрессу, есть, и оно не действительно. А то, что вот как ростки нового, то, что Ленин говорил, ростки нового в нашей жизни, вот вы должны видеть ростки нового, чтобы как бы плохо у нас ни было, вы должны акцент сделать не только на том, что у нас это плохо, и то плохо, сесть около домов на лавочке и рассказывать, как у нас мы плохо живем. Это означает, мы не можем усмотреть действительно в нашей на поверхности явлений то, что является выражением новой жизни. Вот люди, если там, ну я хорошо понимаю, вот люди, которые живут в Ленинграде и сейчас вот занимаются в этом кружке. Но в нем же занимаются и люди, которые живут еще в многих других городах, как мы знаем, нашей необъятной страны. И они вот каждый раз ждут, когда появится эта запись, для того, чтобы еще раз почитать и сверить свои позиции, и думать дальше, и которые, так сказать, неразрывно связаны, и понимать, что это дело общее, что если кто-то из наших предшественников, в том числе считающий себя руководителями государства, Советского Союза, думал, что можно обойтись без диалектики, то вот простые люди уже сейчас, еще при капитализме, уже изучают. А то при капитализме кто изучал? Один Ленин. В 2014 году. Кого вы еще знаете, кто изучал? Наукологию? Я не знаю. А вот сейчас уже много. С этой точки зрения, с точки зрения изучения философии, явный прогресс. Десятки раз. Десятки раз. Или вы думаете, можно построить социализм без соответствующего развития голов? Безголовый социализм такой. Дескать, мы ничего не понимаем, у нас будут спичрайтеры. А спичрайтеры откуда возьмут? А спичрайтеры, они в ВПШ учились. А в ВПШ... Откуда они чего взяли? Они нахватали всякой ерунды. И вот они эту ерунду пишут, а те этих руководители, считающие себя вождями, они это зачитывают. И потом не знают, кто на кого опереться должен. Маркс вот эту ситуацию описывал как бюрократическую. Верхи хотят опереться. Верхи чиновничьи на своих, так сказать, более низких чиновников, помощников. А эти помощники хотят угадать, что надо ему. Ну и поэтому получается, что ни эти не знают, ни эти не знают. И вместе проваливаются.
Вот что происходит. Значит, нынешним руководителям кто-то же пишет. Ну, сейчас вот появились люди, которые сами что-то говорят, думают. Но сами говорят, но не самостоятельность проявляется в том, что у них не самостоятельная теория, не самостоятельное знание или недостаток этого знания. То есть, вот можно вообще без изучения самого современного философии стать современным руководителем, современного государства. Ну, стать-то можно, но это же, так сказать, с ущербом для государства, может быть. Борис Николаевич Ельцин смог. Борис Николаевич Ельцин смог. Он даже решил много проблем. Вот проблему экологическую. Закрылись предприятия, и у нас вот люди, сколько воду уходило. Давайте нам чистую воду, давайте нам чистую воду. К вам чистый воздух, вода, нет промышленности. Красота. Или там пенсионную проблему решил. 59 лет стал жизненный средний возраст мужчин, возраст жизни. Ну, 59 лет, а 60 на пенсии. Вот допрашиваю, вы какую хотите форму пенсионной системы? Да нам какая разница, какая форма, мне все равно 59 лет. Нам разница, какая форма. Или дураки эти коммунисты, они, значит, строили дома, жилищную проблему решили. Не надо строить дома, вот народ будет вымирать, и тогда квадратных метров, которые вообще ничего не строят, на человека будет все больше и больше и больше. Так что я согласен, что Борис Николаевич много проблем решил. Но в пользу кого? Ну, в пользу тех, которые вел дело к деградации России и российского народа. Поэтому мы очень скорбим в отношении смерти Бориса Николаевича, потому что он заслуживает того, чтобы его расстреляли по решению суда, а не так вот взял и умер. Вот я боюсь, что то же самое может получиться и с Горбачевым. Это очень меня волнует. А надо бы его судить за измену Родине. На этой вот оптимистической ноте, я думаю, можем и закончить.